Привет, Жизянка, Найка, ты ходишь с Егора? Я сегодня буду открывать киндеры и пацан же в магазин. Да. Да. Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. И да? Алиса сегодня вам будет показывать, как она открывает киндер-сюрпризы, яйцо-сюрприз. И будет открывать вот такую вот... Что это такое? Пацан же в магазин. А, это фигурка мялка, Little Last Pet Shop. Да, ну вот. Все, ну давай, начинаем. Сколько у тебя киндер-сюрпризов? Посчитай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Молодец, Алиса хорошо посчитала. Сейчас открывай. Молодец. Ну давай, открывай. Что там у тебя должно появиться, да? Принцесса и Миша. Принцесса? А из какой сказки принцесса? Здесь. А из какой сказки или из какого мультика принцесса? Я не знаю. Не знаешь? Ну, давай посмотрим. Наверное, всем интересно, что там за принцесса такая. А? А, Алиса, как ты думаешь, с какой сказки эта принцесса? О, так, Алиса зацепила обертку, да? О, появилось киндер-яйцо шоколадное. Алиса любит шоколадное киндер-яйца кушать, да? Да. О, Алиса вообще любит шоколад весь кушать, да? Очень-очень, да? Очень-очень Алиса любит шоколад весь кушать. Ну-ка, что же там будет? Так, распечатали. Что сейчас там вылупится, Витя? Так, ну-ка, смотрим. Опа! Только мять не надо, ты его потом скушаешь. О, Алиса прям пол яйца в рот запихала сразу. Алиса у нас сладкоежка такая, очень-очень любит шоколад, да? Ну, давай будем смотреть. Открывай. Открываешь? Сейчас. Ну, давай я открою тогда. Нет? Ну, давай открывай. Мы же все ждем, нам же всем интересно. А ты кушаешь, сидишь. А, Алиса? Открывай, давай. А то так нечестно. Не открывается? Давай я открою. Как ты думаешь, что там будет? Принцесса? Ну, давай посмотрим. Так. Опа! Ну-ка, доставай. Ух ты! Что там такое? Что там такое? Что-то там такое интересное. А? Что-то там такое интересное. Тебе помочь вытащить? Так, это там... Что там? Что там? Это картинки, да? Картинки того персонажа, который нам попадется, да, попался? Ну-ка, давай посмотрим, что там. Ну-ка, принцесса-колечко! Принцесса-колечко! Ты его можешь сама собрать? Принцессу-колечко, а? Ну-ка, давай. Вот такая принцесса-колечко нам попалась, да? Она собирается, в принципе, очень просто и на пальчик одевается. Да, это вот несколько принцесс тут всяких, принцессы цветов. Помочь. Помочь? Ну, давай, поможем Алисе. Ты неправильно сделала. Вот так вот, так. Одевается. Вот. Сейчас мы оденем. Это вот сюда вставляется. Да? Это вставляется вот сюда. Так, вот сюда, это сюда, и вот сюда вставляется это все. Так, вот так, вот такая вот принцесска получается у нас, да? Вот принцесса такая получается, замечательно. Да. Ну-ка, давай на пальчик одевай, посмотрим. Так, вот Алиса одела на пальчик. Замечательная какая принцесса получилась, да? Второе яйцо. Второе яйцо Алиса будет открывать. А что там нас ждет? Миша. Миша? Да. Ну, давай посмотрим, что за Миша. А Миша какой? Откуда? С какого мультика? Маша и Медведь. А, Маша и Медведь. Ну, здорово. А вот первой попалась красивая игрушка. Мне она так нравится тоже. Это Алисина. Да,
колечко. Алисина колечко вот такое. Вот оно, принцесса какая-то, принцесса цветов. Красивое такое. Так, Алиса распечатала второе киндер-яйцо, киндер-сюрприз, да? О, сама открыла. Ну-ка, что там у нас? Маша! Маша! Да. Ну-ка, давай посмотрим. Маша художница, да? Ну-ка, давай, показывай. Показывай, какая там Маша художница. А, Алиса? Так, вся коллекция. Вся коллекция. Давай коллекцию посмотрим, какая там вот коллекция. Здесь такая. Ну, покажи нам. Музыканта. Маша музыканта. Вот такая из киндеров и вот такая. Ну, давай мы посмотрим, мы же не видим. А какая нам попалась? Так, вот тут вся коллекция Маши. Ой, тут сколько. Она красит. А Алисе попалась вот такая вот, да? Ну, покажи нам. Покажи Машу. Вот такая Маша попалась. Давай покажем ребяткам. Вот Маша такая. Привет, привет, друзья. Привет, привет. А вы не видели случайно моего Мишку? Я его потеряла. Я его начала рисовать, только отвернулась, глядь, а его нету. Он убежал. И куда он делся, не знаете? В яйце. В яйце? Ну давай тогда будем Мишку искать. Ну-ка давай еще, там есть у тебя еще яйцо? Это с Машей? Ну давай, Машу и медведь. Вдруг там это Мишка спрятался туда. Маша же его ищет, да? А мы его сейчас найдем. Тут же есть в коллекции? Так, тут в коллекции, да, есть тут Мишка. Раз Мишка, два Мишка. Волк есть, Хрюшка и четыре Маши. Как ты думаешь, Мишка там будет? Да. В яйцо он спрятался? Или куда-то в другое место убежал от Маши? Маша сюда. Его достала, да? Сюда. Маша хулиганит, и иногда Мишку это достает, да? Ну-ка. Как ты думаешь, кто там, Маша или Миша? Миша. Миша? Ну, давай будем смотреть. Аккуратненько, конечно. Вот так, молодец. У тебя даже целое яйцо осталось. Молодец. Складывай отдельно. Так. Ну, давай посмотрим, какой там Мишка. Так. Ну-ка. Открывай, открывай, открывай. Мишка спрятался. Машинка! О, здрасте. А откуда эта машинка такая в коллекции это Маша и Медведь из мультика? Ну-ка, давай посмотрим, что там за машинка. Я хочу ее наклеить. Ну, давай, наклеивай. Покажи нам, какая машинка там. Покажи машинку какую. А то ты сейчас наклеишь, и мы ее не увидим. Алиса, дай мы посмотрим машинку. Подожди, ты неправильно клеишь, Алиса. Ты неправильно клеишь. Дай машинку, мы посмотрим сейчас, а потом мы наклеим. Вот такая машинка почему-то появилась в киндер-яйце про Машу и Медведь. Да? Да. Интересно. Это куда цепляется? А что она делает? Я не знаю, куда она цепляется. Это куда? А мы потом посмотрим. Это на машинку цепляется. Вот машинка отсюда выезжает. Вот она выезжает и на машинку это цепляется. Ты прицепить прям сразу хочешь? Да. Да? Ну давай, цепляй. Ну, я не знаю, куда хочешь, сверху цепляй. Мы посмотрим, что там за коллекция такая интересная. Нарисована была Маша и Медведь. А тут получается... тут вообще получается коллекция машинок. Вот такая. Это куда? И вот такая машинка нам попалась. Дай. А вот, смотри на картинке. Это сбоку, на дверку. На дверку и на крыло. Цепляется. Я все поняла. Нет, это по-другому. Переверни. Во, вот так вот, наверное. Или это с другой стороны, Алиса. Вот так вот. Вот сюда приклеивай, вот так. Да. Наверное, вот так вот. Я так думаю. Это мешает. Мешает? Ну давай потом приклеим. Давай. Давай я приклеюсь на крышу. Дай? Давай. Так. Приклеиваем сюда. Я приголодалась. Проголодалась? Держи. Давай другое будем яйцо открывать, а это мы потом приклеим наклеечки. Давай, откладывай. Так, что там у нас еще осталось? Три яйца. Три яйца.
Интересно, почему у нас в серии «Маша и медведь» там было нарисовано, попала совсем другая игрушка? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, ну что там у нас еще попадется? А тут принцесса опять, да? Да. Так, ну давай посмотрим, что там за принцесса. Как ты думаешь, что там за принцесса, Алиса? Из сказки мальчика принцессы такой, девочки. Девочки? Калетиной. Да? Да. Ну давай посмотрим. Ставим склад. Так, аккуратненько открывай. О, молодец. У Алисы почти, хотел только сказать, у Алисы почти не сломалось яйцо. А оно взяло и сломалось, да? Ну давай, открывай. Алиса скушала яйцо уже. А где принцесса потерялась? Маша медведя потеряла. Алиса принцессу потеряла. А, вот она принцесса. Яйцо спряталось, да? Ну давай же будем открывать быстрее. Нам же всем интересно, что там. Так. Ух ты, зеркало какое-то там. Да? Ну-ка, давай посмотрим. Ну, показывай же нам, нам же интересно всем. Алиса. Что ты делаешь? Да давай поможу, помогу. Киска! Киска! Давай мы тебе поможем. Так, вот такая киска какая-то интересная попалась. Вот. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу. Ой, какая киска красивая. А ее, наверное, и вот зеркало около киски, да? Оно рядом ставится. Точно, киска. Вот такая киска и зеркало. Зеркало прям настоящее. Ой. Да, оно вот так светит. Ой-ой-ой. И такая киска красивая. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Посмотрите. Киска, у киски корона такой, и камень тут такой светится. Да. Киски должна быть принцесса? Да. Вот у киски такая корона, и камень светится рубиновый такой. Мяу-мяу. Как киска говорит, Алиса? Мяу. Мяу. Ну вот здорово, попалась киска. Держи, складывай это. А, вот она такая, вот на картинке нарисована, да, сейчас мы покажем. Вот такая киска, она смотрит в зеркало. А это из набора Disney принцессы. Интересные какие-то принцессы. А, это принцесса, это киска, короче, принцессы это, этих кисок любят. Любят с этими кисками играть, да, вот такими. Ну давай же еще одно яйцо открываем. Сколько у тебя там еще осталось? Две. Что-то ты открываешь, они все не кончаются и не кончаются, да? Какие-то яйца такие, это, долгоиграющие. А тут что, тоже принцесса? Да. Да? Ну, давай будем смотреть. Так. Что там у нас будет? Опять принцесса? Да. Ну, давай же посмотрим. Так. Давай, показывай быстрее. Опа! Раскрошила Алиса яйцо шоколадное. Открывай. Опа, не успела упасть. Алиса поймала и все в рот. Давай, открывай, будем смотреть, что там за принцесса еще. Как ты думаешь, такая же или другая? Другая. Другая? Ну-ка. Открываем. Опа. Что там? Опять киска, что ли? Ой, это вообще какой-то леопард. Да? Давай посмотрим. Давай я. Леопард какой-то. Здорово. Да? Вот такой вот попался. Алисе, вот такой вот попался леопард. Леопард. Как леопард говорит, разговаривает? Да, леопард рычит. Но он из породы кошачьих. Он и рычит, и мяукает, да? Но больше, наверное, рычит. Красивый такой пятнистый леопард. Как настоящий прям, да? Вся коллекция. Вся коллекция? Ну-ка, покажи нам, что там. Давай посмотрим. Вот он. Покажи вот нам он. Коллекцию. Интересно, почему-то посмотрите. Вот Маша и медведь, там машинка попалась. А тут про принцессу. Давай посмотрим. Попадаются посмотри. Какие-то леопарды. Посмотри, вот он. Давай посмотрим. Ну, точно. Да, это вот из серии... Из серии про животных. Тут львы, пума, тигр, медведь. И вот леопард нам попался, Алисе.
Интересно, вот как-то так в этих киндер-сюрпризах. Рисуют одно, попадается другое совершенно, да? Вот здесь, наверное, медведь сейчас должен куда-то спрятаться. Ну давай посмотрим. Маша-то его все не может найти. Она его хочет нарисовать. Она его рисовала, только отвернулась, и медведь пропал. Куда он делся? Убежал? Да, в яйцо. В яйцо спрятался? Ну давай сейчас посмотрим. Куда это он спрятался? Мишка такой проказник, да? Или Маша проказница? Мишка. Да, мне кажется, Маша проказница. Нет, Мишка. Мишка? А мне кажется, в мультике это Маша все проказничает. Нет, Миша. Да. Миша. А Мишке все покоя от Маши нету. Она все хулиганит и хулиганит. А он от нее иногда убегает, прячется. Вот и сейчас. Да, в яйцо. Да, Маша захотела его нарисовать, и он взял и убежал. Да? Да, в яйце. В яйце? Ты думаешь, он там? Мне кажется, сейчас опять какая-то машинка там будет. Нет. Нарисован Мишка, а будет машинка или мотоцикл вообще какой-нибудь. Ну, мотоцикл в следующий раз попадет. В следующий раз? Ну, давай посмотрим, что у нас в последнем яйце. Так. Та-дам! Та-дам! Ну, Алиса, показывай уже. О, машинка опять какая-то, да? Или что это такое? Ух ты, что это такое интересное? Рисовать! Рисовать! Так, что это такое попалось? Что-то интересное. А что это такое? Вот что-то такое, это экранчик какой-то. И какой-то дядечка. Это голову цеплять, и это рисовать! Давай посмотрим, что это такое. Ну-ка, что это такое? А, это, наверное, этим рисуешь, да? Рисуется? Нет, пока. А, это доска для рисования. Какие-то интересные фигурки тут. Там пленка. Пленка? Она должна там быть, не снимая ее. Ну-ка, давай сейчас посмотрим. Так, Алиса, ну давай посмотрим, что же, как же здесь рисовать. Давай посмотрим. Хочу. Ну давай попробуй, ну-ка порисуй. Рисуется там? Угу. Рисуется? Ну-ка покажи. Так, точно. Вот Алиса тут почеркала. Так, а ну-ка, а тут сзади вот такая штучка есть. Ее вот так вот делаешь. Так, ну-ка как. Опа! И все исчезает. И опять белый. Опять бело. Ой, ну не белая, зеленая доска получается, как будто не нарисован. А сейчас ты не нарисуешь. Надо включить. Вот это, наверное, самая интересная игрушка получилась, да, у Алисы? Включай. Включила? До конца, до конца. Вот. Так, ну-ка теперь попробуй рисовать. Напиши букву А или цифру 1. Так, ну Алиса пока почеркала. О, здорово, рисуется. Покажи нам, что ты нарисовала. Нет, ниже покажи, мы же не видим. Покажи, вот Алиса нарисовала, а теперь сзади опять. Так, так, и покажи. Ничего нету? Вот фокус какой Алиса сделала. Прикольно, да? Интересная доска такая, волшебная. Угу. Ну ты не включила, надо включить. Включай. Нет, до конца, до конца. До конца включай, до конца включай. О, молодец, щелкнула. Теперь рисуй. Палочку нарисуй, нарисуй две палочки и покажи нам. Так, молодец, так. Ой, молодец, покажи, что ты нарисовала. Покажи, что Алиса нарисовала. Ну, почеркала уже. Ну, покажи, что мы хотим посмотреть, что там есть. Ниже покажи. Так, вот, и теперь выключи. И все исчезнет. Алиса фокусница у нас, да? Рисует, а потом раз, все исчезает. Ну-ка. Не получается? Да. О, покажи, ничего нету? Не, ниже покажи, мы же не видим. Вот, ничего нету, здорово. Ну что, интересные попались сюрпризы, да? Давай теперь откроем фигурку Мяу. О, здорово, точно, она вот так вот цепляется. Папа не додумался, а Алиса додумалась. Это вот такая доска получается. Вот такой человечек, он голову сюда всовывает.
И получается вот такая доска. И на ней можно рисовать. Включаешь и выключаешь. Прикольно. Ну, давай будем открывать теперь фигурку-мялку. Давай я тебе помогу здесь ножничками вот это вот открыть. А дальше ты сама будешь открывать, да? Так. На, пробуй. Открывай. И посмотрим, что там у Алисы. Есть. Ну-ка, показывай нам сразу. О, прикол! Ух ты! Здорово! Она мягенькая такая, да? Ой, прикол, да? Ну-ка, покажи. Покажи нам, как она мнется. Ну-ка, дай я потрогаю. О, здорово! Ничего, какой глаз надулся. Ну-ка, дай я потрогаю. Дай я потрогаю, мне же тоже интересно. Вот такая игрушка-мялка. Игрушка-мялка Petshop. Вот. Чинь-чинь. Вот так вот она мнется. Она липкая такая. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Вот так вот она мнется, да? Что-то она липкая такая, да? Или это... А, это у Алисы руки в шоколаде, и поэтому она липкая. Понятно все. Алиса все в шоколад вымазала, да? Прикольная игрушка? Называется фигурка-мялка. Little East Pet Shop. О, надувается. Прикол, смотри, она так лопнуть может, Алиса. Да, может лопнуть. Ба-ба-ба. Так ты нам пока поверни, покажи свою игрушку. Вот она такая. Фигурка-мялка Little East Pet Shop, да? Ну что, всем друзьям говорим пока. Посмотрите. О, и об стол она мнется, да? Как тесто катается. Вот ты смотри, только чтобы она не лопнула у тебя. Говори своим друзьям пока-пока. Пока-пока, Гатяху, Алиса и Егора. Подписывайтесь. На канал Гатяху, Алиса и Егора. Ставьте палец вверх. И оставляйте комментарии. Про что? Про игрушки и про шоколад. Про игрушки и про шоколад. И про ваши киндеры тоже оставляйте, да? А Алиса вас... любит, и вам дарю сердечко, добрый. Да, Алиса вас любит и дарит вам сердечко и цифру 3, потому что Алисе 3 годика. Пока-пока, друзья. Пока-пока.